Новые качели для детворы. Еще одним придомовым сооружением пополнился биробиджанский двор по адресу Постышева, 6. Его установили в рамках акции медиахолдинга «РИА Биробиджан» «Качели в каждый двор». Местные ребята сразу испытали их на прочность, оставшись довольными аттракционом. Мы покатались, да. Нам очень понравилось. Кататься на этих качелях намного лучше, чем у нас стоят. Я очень удивилась этим качелям, мне они безумно понравились. Установка качелей стала возможным благодаря партнеру акции – магазину электроинструментов, стройоборудования и садовой техники «Стройка». Гости торжественного открытия качелей получили скидочные карты для приобретения продукции в магазине. Наш двор преобразился, стал краше, стал радостнее, стал веселее. Нам хорошо, что дети качаются, и детям весело. Всего новые качели установили в 8 дворах и на придомовых территориях Биробиджана и населенных пунктов автономии. Качели в каждый двор стали еще одной успешной социальной акцией медиахолдинга «РИА Биробиджан». Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.